3. Здравствуйте, меня зовут Ломаковская Наталья Владимировна, и это видео записано специально для сайта repetit.ru. Я являюсь действующим преподавателем, работаю в лицее учителем начальных классов, стаж работы уже более 25 лет, высшая квалификационная категория, также дополнительно работаю в детском центре уже более 7 лет, где веду занятия по скорочтению, занятия подготовки детей к школе, и также веду частные занятия с учениками начальной школы, в том числе и онлайн. Был также опыт преподавания методики математики в колледже для студентов. Более 10 лет веду методическую работу в лицее и являюсь руководителем кафедры учителей начальных классов. Разработала и использую авторские методики, которые успешно опробированы на практике и помогают достичь высоких результатов в обучении. Выбор методики преподавания зависит прежде всего от целей и содержания изучаемой темы, а также с учетом возрастных особенностей и уровнем подготовленности вашего ребенка. Спасибо за внимание, оставляйте ваши заявки и до скорой встречи!